всем привет! С вами Каиста, и я начинаю проходить Resident Evil Remake в режиме реальное выживание за Криса Редфилда на этот раз. На челлендж нож плюс пистолет. Resident Evil. Крис Редфилд. Все, буду выключать все видеоролики, катсцены для экономии моего и вашего времени. Так как это уже по 100 раз, все, я уже это вам показывал в своих предыдущих циклах. Так, и вот мы заходим в столовую. Да, у Криса меньше ячеек, всего 6. Нож, лента. Ленту брать не будем, это точно. Так, бежим к первому зомби в коридор. К первому зомби. Вот сюда, то бишь. Я еще хочу себе усложнение сделать. Не пользоваться оборонительным оружием обороны, самообороны. То есть без кинжалов, без гранат. У Криса электрошокеров нет, у него есть кинжалы и гранаты. Но я... Страховать себя буду. Буду собирать эти кинжалы, по возможности, гранаты. Но убирать буду их вот отсюда вот. Не, ну, если получится, то замечательно. Не получится, черт бы с ним. Так, выходим в столовую. Так, давайте возьмем пистолет. Куда бы направиться первым делом нам? Куда бы нам направиться? Пум-пум-пум. Куда бы нам направиться? Да, бежим обратно в тот, через тот коридор, в следующую дверь. Нам нужно первым делом это взять наконечник. В любом случае. Да, у Криса хоть ХП чутка побольше, чем у Джил. Вот это вот единственное утешение, единственный плюс. Так, мы пробегаем этот коридор, который зомби. Так, тут у нас зеленая трава должна быть. Забираем ее. Отлично. Да, у Криса крайне мало слотов в инвентаре, так что беготни будет еще больше, я чувствую. Так, давайте зайдем сюда. Возьмем еще одну траву. Вот здесь вот сразу же. Так, забираем ее. Зомби, ты там... стоишь. Так, бежим от зомби. Нам нужно взять наконечник. И патроны нам надо взять еще. Так, давайте возьмем обоймочку. Да, вот сейчас нам бы... Фух, как я убежал, я не видел, у меня ракурс камеры ни разу не показывал, неудобный был, но я убежал, слился. А тут дверь открывать я не буду, зачем? Если я про этот коридор вообще, можно сказать, уже могу забыть. Вот, взял я наконечник, взял обойму. Это хорошо, это самое главное, что мне нужно было. Так, а сейчас бежим на кладбище. Да, бежим на кладбище. Единственное помещение, где я зарежу зомби. И мне за это ничего не будет. Я надеюсь... Нет. Это будет уже позор для меня, если я там напарюсь на что-то. Нам нужно взять ключ с гравировкой меч. Вот что нам нужно. Так, и бежим на кладбище.
Патроны надо экономить. Экономить надо их как можно больше. Хоть под конец челленджа заджил и было много уже патронов, в принципе. Но все равно лучше перестраховаться. Так, вот идет зомби. Давай, иди сюда, гад. Иди сюда. Так, убегаем от этого чайника. Так, второй идет тоже. Давай, иди, идите, голубчики. Так, вставляем наконечник. Открываем гробницу. И сейчас... Давайте сперва за ключом сбегаем, а потом уже будем их вырезать. Так, спускаемся вниз. Берем здесь книгу, а на обратной стороне вынимаем ключ, меч. Нет. Так, вот он. Заныканный ключ. Берем его. Отлично. Да, и у Криса, в отличие от Жил, будут... Нет отмычки. У него маленькие ключи будут попадаться, но не везде далеко. Но у Криса есть зажигалка. Почти с чем-то ему проще, чем Джил. Но лучше иметь отмычку, на мой взгляд. Так, ну давай, зомби, подходите по одному все. У Криса, кстати, нож чутка помощнее, чем у Джил. У него армейский нож, хорошо заточенный. Острый, как бритва. Так, ты чё, не понял, что ли? А ну все сюда идите. Уроды. Вы чё там уперлись? А ну сюда, я сказал. Подходите. Да, это одноразовые зомби, они голые. В кримзонов не превратятся. Так, один, походу, уже лег. Так, ты тоже давай. Так, все что ли? Сдохли? Кажись, сдохли. Ну, молодцы, ребята. Да, видите, разница ощущается все-таки. Сколько я за Джил их вырезал и сколько за Криса. Все-таки у Криса помощнее будет нож. Давайте его осмотрим. Ну, вот он. Ну да, вот. Хороший такой. Так, давайте открывать теперь двери ключом меча. Вот эту откроем дверь. Давайте сразу откроем здесь дверь тоже. Здесь у нас второй этаж столовой. Здесь у нас одинокий зомби шляется. На другой стороне. Так, просто пока откроем дверь. Статуя нам не нужна. Как и в челлендже заджил. Так, теперь давайте... пойду ли я на кухню или не пойду я на кухню, не знаю. Вот не знаю. Там есть маленький ключ, да. Но, скорее всего, я его пока не буду брать. Точнее, он мне может вовсе не пригодиться. А давайте... сюда вот зайдем. Начнем отсюда путь. Хотя места у нас в инвентаре крайне мало. Там можно взять кинжал. Ну ладно, не будем пока этого делать. Все-таки я постараюсь сыграть без defense items. Так, мы в Г-образный коридор заходим. Ну, вот здесь вот сейчас вот возьмем за тумбочкой, ну, отодвинем комод, вот этот вот,
Здесь у нас кинжал. Давайте его возьмем. И уберем его. Мы не пользуемся. Так, просто взяли. Ну, за этим комодом у нас ничего нету. Бежим дальше. Так, что нам нужно? Нам нужно до кладовки добежать, конечно. Хотя, давайте вот сюда еще зайдем. Тут у нас тоже есть кинжал в комнате, где дробовик висит. Вот он, кинжал. Так, и похоже пойдем устранять первого зомби, которого хочется устранить. Прям возле двери в кладовку он стоит и мешает столько. В ванную комнату мы не пойдем пока, потому что нету места. Крайне его мало. Так, давайте уберем. Так, а где-то в настройках. Вот, кажется, давайте вручную поставим, чтобы не использовать. Случайно не использовать. Так. И выходим в следующий коридор. Здесь у нас ходит зомби. За углом стоит там один. Так, давайте возьмем пистолет в руки и заходим вот сюда. Рабочая полностью дверь. Так, у нас тут два зомби. Как бы их ушатать бы. Нет, давайте перезайдем, пожалуй. Не хочу попасться ему, напороться. Вообще, хорошо бы обоих устранить здесь. Двоих из трех. Так, отходим. Отходим. Так, прилег. Давайте нож возьмем. Так, и сдох, отлично. Так, и идет второй чайник. Что же мне с ним делать-то? Вообще он мне мешается, да. Надо его убить. Так, отбегаем. Не подходи сюда, чайник. Чайника кусок. Так, отбегаем. Давайте где-нибудь здесь встанем, вот. Так, отбегаем. До двери. Перезаряжаемся. А ну, ложись отсюда. Так, он еще живой, гад. Отбегаем. Так, берем пистолет. Ну давай, чайник. Ну где ты? Все, сдох. Да, а тем не менее 16 патронов я уже истратил. Это вообще не радует. Их еще сжигать придется. Ну ладно, в принципе... Давайте зайдем тогда в кладовку. Расчистили мы более-менее это помещение. Во-первых, у нас тут фляга как раз есть. Берем флягу. Так, чтобы убрать в ящик. Травы. Да, травы. А, ключ. В принципе, давайте уберем.
Не пойду я на кухню, не пойду. Так, сбегаем за травами и заправим флягу в одно место. Так, давайте вот здесь возьмем старый ключ еще. Так, сбегаем, заправим флягу. Заправим флягу. Этой флягой пока... Точнее, этой, из этой канистры пока наливать не будем. Так, выходим. Возвращаемся в предыдущий коридор. Там у нас есть дверь, которой нужен вот этот старый ключ. И бежим, бежим туда. Так, открываем дверь и заходим. Тут у нас есть много чего полезного. Так, во-первых, берем травы, какие тут есть, химикаты. Зеленая трава. Красная трава. Да, можно сразу хилку сделать, в принципе. Так, и заполняем флягу. На две заправочки. Отлично. Да, я думаю, я не буду второй раз сюда бежать. В принципе, мне не так уж понадобится это... Этот, ну... Не так уж много я буду поджигать в этом челлендже. Так что мне и тех должно хватить. Так, и бежим обратно. Заходим в кладовку. Давайте их сожжем нахрен. Обоих. Уродцев. Да, у Криса есть зажигалка. Там еще один чайник есть. Так, и вот этого сжигаем. Но тот чайник в дальнем углу, в том, он мне не нужен. Я туда не собираюсь идти. Туда еще вообще рано идти, на самом деле. Так, ну, давайте отсюда пополним. Давайте отсюда возьмем, заполним флягу. Так. Давайте складываться. Что мы уберем? Химикаты уберем, так как я их вообще в последний момент всегда использую. Сейчас они мне ни к чему. А, за ленты в столовую я не взял ее. Да? Да, не взял. У меня пока нету ленты, да? Чально, чально. Ну да ладно. Пойдемте займемся вторым коридором, который мне тоже нужно зачистить. А хотя стоп. Ванную комнату я не забежал. Вот оно чего. Тогда давайте, знаете, как поступим? Сбегаем в ванную комнату. Или потом... Нет, сейчас... Сейчас бегаем. Там мне нужно, в общем, старый ключ взять. И все. Только один старый ключ. И быстро-быстро оттуда слинять, пока зомби будет вставать. Так, заходим в ванную комнату. Он потом отсюда сможет выйти в этот коридор. Кстати говоря. Так, давайте спустим воду. Так, и быстро, быстро, быстро. Все, валим, 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 валим. Фух, нормально. Ну вот, мы взяли еще один старый ключ, который нам
непременно понадобится. А куда он мне понадобится? Ну, хотя бы туда, где мута обитает, где мне свисток свистеть. Давайте пока его уберем, потому что сейчас я пойду зачищать второй коридор. Так, пока тогда убираем ключ. Не густ у нас патронов. Их может просто не хватить, кстати говоря. Тут у нас, кстати, сейчас зомбак будет. Вот тут вот будет в коридоре, в этом. Он прям переть будет на нас. Нужно его оббежать. Зомбак, иди к черту. Хедшот, отлично. Даже поджигать не придется. Рандом не улыбнулся. Так, и мы забегаем вот в эту комнату. Библиотека. Ну, такая небольшая библиотека. Тут одни книги. Много всего тут. Так, еще тут есть вот как раз собачий свисток, который ключевой предмет, который мне... А, стоять. Как я мог забыть? Это же ценное. Обойму, ну, магазин для пистолета. Так. Больше тут ничего нету. Давайте перезарядим пистолет. Так, а может тогда второго зомби и не убивать? Вот как он стоит? Мне интересно. А хотя нет, мне же сейчас там по-любому выбегать надо будет. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Я не знаю. Пойдемте. Не, пойдемте завалим его. Пошел он к черту. Ах ты сволочь, ты чё так близко? Так, давайте занимать стойку удобную и готовиться как к отстрелу зомби. Так, не подходи сюда, тварь. Где ты? Где ты, сволочь? Давай, стреляй, Крис. Ты чё такая тварь охреневшая? А, все, сдох, отлично. Так, а теперь гори. Так, отлично. Подожгли чайника. Давайте перезарядимся. В принципе... Давайте пойдемте уберем флягу. Не понадобится она мне там. Не буду я там никого сжигать. Даже не собираюсь открывать там пальбу. Буду там бегать. Так, ну, заходим. Здесь. Так, открываем ящик, убираем флягу. Химикаты. Нет, не нужны они мне пока. Надо старый ключ взять, да. Ну, одну траву, может быть. Может быть. Нож. Насчет ножа не сильно он мне поможет. Так что я его уберу. Хотя... Черт его знает. Давайте возьмем. Так, ну что ж.
Надо бы еще за лентой сходить, да. Может быть, пока все более-менее удачно началось, может быть, даже сохраниться стоит. Давайте сбегаем в столовую за лентой. Так, зомбарылых тут больше нет. Это хорошо. Так, и выходим в холл. Выходим в холл. Да, давайте сбегаем за лентой. В общем, что нам нужно? Нам нужно второй ключ брать уже. Давайте возьмем ленту и сохранимся прямо здесь вот. Так, сохраняемся. И я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока.